Краснодар как арт-пространство. Кубанские скульпторы и архитекторы снова встретились с главой города Евгением Первышовым и представили ему готовый каталог инсталляций. В декабре прошлого года глава города уже встречался с представителями Центра современных искусств на их территории. Осталось определить зеленые зоны и дворы многоэтажек, где разместят арт-объекты. Смотрим сюжет. Животные в высоту двухэтажного дома, мини-аврора и ювелирные украшения. Такие необычные арт-объекты предложили установить в Краснодаре местные скульпторы. В готовом каталоге инсталляции уже распределили по зеленым зонам города. Вишняковские молодежные скверы, площадь перед кинотеатром «Болгария», бульвар «Дальний» и парк между Первомайским районным судом и Екатерининским залом. Всего 100 проектов. В числе скульпторов краснодарец Валерий Казас, работы которого украсили уже столицу России. Абстрактные, без каких-то явных содержаний, штуки крупные, какие-то состояния, ощущения и прочее. То есть тут, в общем-то, по каждому отдельно можно что-то говорить. В основном сварка. То есть так или иначе, в основном сварные работы – это то, что можно сделать в Краснодаре. Вы выезжали на эти объекты, смотрели уместные там арт-объекты, думали, как они там будут смотреться. И каждый сквер мы рассмотрели отдельно. То есть наши предлагаемые объекты, они не имеют какой-то образовательной или назидательной цели. Это объекты, которые могут создать определенное настроение. Каждую территорию по-своему обыграют. Осталось определить, какие зеленые зоны и придомовые территории в первую очередь обретут новые формы. Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что такие арт-объекты помогут местам, привычным для отдыха и прогулок, обрести индивидуальность. Нужно определиться с первоочередными, наверное, какими-то объектами, которые реализуют. Ну, согласимся, что в Краснодаре этого нет. То есть нигде не встретишь, а весне мы успеем, в принципе, там, изготовить и установить пилотные проекты, которые покажем. Станут ярче и улицы Краснодара. На встрече обсудили и возможное проведение этой весной фестиваля граффити. Главной темой для творчества художников глава Краснодара предложил выбрать чемпионат мира по футболу. В ближайшее время управление по делам молодежи определит места для уличных рисунков. Наталья Пьянова, Яна Бузычкина, Николай Цедрик, телекомпания «Краснодар».